местным тренером Валерий Белоусов. Куда ты? Ну куда ты торопишься? Да. Поехали! Кузя бежит, Кузя! Давай, Женя! Давай, Сал! Кузнецов! Итак, время Кузнецова. 13 секунд. Подождите, что вы радуетесь-то? Подождите, тут 13, у нас несколько человек это сделали. 13 секунд и 82 сотых. Восток повел в матче всех звезд 1-0. Евгений Кузнецов, 13-82, запомним эти секунды. Увидим, какой рекорд нужно бить. Илья Никулин первый. Пошла, как она родименькая, а? И уже пошла сейчас за ворота. И еще чуть-чуть. Круг прошла. Красная линия. И вот она остановка. Илья Никулин. Следующий. Команда «Запад». Стефан Кронвал. Мы просим встать и выйти на лед Илью Никулина. Илья Никулин. Голкипер ЦСКА Ростислав Станя. Мягко, уверенно и мимо. Так, небольшой дриблинг. И шайба в ворота. Третий бросок. Ну. Да! Ростислав Станя. Ну что, то давайте погромче встретим, потому что сейчас броски исполняет Майкл. Ростислав. ЦСКА Москва. Следующий. Все готовы. Пошли, Кагарлицкий и Рязанцев. Давайте, пошумим. Вот она шайба. Здорово. Оп. Вот вам и защитник, вот вам и нападающий. И, наконец, выход на дриблинг. Ай-яй-яй-яй-яй, шайба сорвалась у Рязанцева. Но есть возможность, ждет Павел Тацу. Ну, давайте подбодрим последнего участника. И там, Пережогин против Тацука. Тацук против Пережогина. Последние метры дистанции. Это эстафета. Пережогин выходит на дриблинг. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И... Команда Востока одерживает победу. И Александр Пережогин. Еще раз посмотрите, как по-разному проходит дистанции. Вот Александр Рязанцев. Выведение шайбы одной руки. И дальше. И вот, может быть, ключевой момент этой гонки. Ну, а мы приглашаем на сцену следующую группу. И эта группа, я думаю, что теперь вы искупаете их точно в аплодисментах чуть пожестче. Считаем за ним.
Раз, два, три, четыре. Шесть шайб потратил Кевин Даллман. Этот человек выиграл конкурс в Риге. Пять шайб, четыре попадания. Сергей Мазяки. Раз. Два. Три. Четыре. У нас есть победитель. Знаете, как его зовут? Очень простое имя. Кеша. А фамилия у него Даллман. Кевин Даллман. Он выбил 6 из 4, 4 из 6, но затратил на это меньшее количество времени. Кевин Даллман. В этом году выиграл этот конкурс с феноменальным результатом. Специально о нем не напоминаем, об этом результате, потому что сегодня может быть все серьезней. Рязанцев! 162-я попытка. Сто семьдесят, 67, и вот он текущий лидер, Александр Рязанцев. Ждем Террена Куинта. Террен Куинт! Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? But I'd been for Cotton Eye Joe. I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Константин, мы заметили несколько элементов из программы корейца Псая, Гэнгам Стайла. Понятно. Где вы учились так танцевать? Москва. И поехала следующая. Вот так. Ну, то бишь. О, аплодисменты! Якуб, Петрус Жалек и его були. У него есть и вторая попытка. Так. Вы видели это? Он разбил шайбу! Вот это да! Вот это физическая подготовка имени Евгения Медведева! Давайте посмотрим на повтор! Ух, раскрас... Евгений Кузнецов, спасибо тебе большое! Ты качок настоящий! Но Павел Дацук гений! Павел Дацук, победитель этого конкурса! Зрители, давайте поприветствуем его! Посмотри, вот смотри, нужно... Вот смотри, появляется машина. Увидим о чем. 10 шайб. Никулин Морозов. Опа, пробил вратаря. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть.
Никулин Морозов, Акбарс, 9 очков. Ну вы видите, кто на льду, а чё молчим? Ну а чё молчим-то? Вот Илья Ковальчук. И мы ждем его партнера по этому соревнованию. Александра Рязанцева. 2. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Знаю, что ж не важно. Поехали. 4 буллита. Раз. Есть! Первый гол. Кошечки. Одна шайба Игоря Скороходова и 3 спасения Василия Кошечкина. От команды «Запад» на исполнение быстрых буллитов Николай Жердев. Ну-ну, давайте еще раз, слышите? Ух, паутину! Взял Барулин. Николай Жердев! И Константин Барулин. Василий Кошечкина просим вернуться в ворота. А на лед мы попросим игрока команды «Востока» Томаша Заборски из «Авангарда». Томаш! Посмотрите на клюшу Кошечкина. Оп! Пережогин раз. Кошечкин. Кошечки и гол! Александр Пережогин! Здорово! Ведь мы тут не ограничили вашу фантазию. Пережогин все быстро сделал. Вы обратили внимание, сколько здесь дополнительного материала. Мы разбили так, чтобы она отскочила от бортика. В эти лежащие ворота. Значит, как мы болеем? Вот, поехали. Первый. Есть. Второй. Ах, чуть-чуть мимо. И третий бросок. Ах, чуть-чуть мимо. Один гол Алексея Морозова. Ну, Ковальчук же бросает. Вы что, молчите? Первая пошла. И зашла. Вторая. Там и ночевала. Третья. И это гол! Уф. Да, она там. Сейчас, секунду, поправим ворота. Как-то не было. Все видели. Ну а это что? И Марина Шуток и Алексей Морозов. Как это победить, пока я не представляю. Но давайте посмотрим, что придумал
капитан команды Востока. Итак, Марина Шуток в образе... Пять! И штучки, друзья. Начинаются штучки. Мы смотрим, как оценивает все это дело судейская коллегия. Что происходит сейчас? Илья выходит, Илья стреляет, и после этого мы считаем. Итак, Ковальчук. 10. Ну, собственно, все. Можно еще раз выстрелить. Итак, Алексей Морозов. 3 очка. Таким образом, у нас здесь... ...точку. Шумно. Марш! Фигарно, ты клюшку потерял, человек. Очень тяжело. А Запад уже передал эстафету. Кевин Дамма рванул. И Ренат Мамашев. Разворачиваются. Защитники катят спиной. Далман Мамашев. Далман. Уже у синей линии. Мамашев быстро разворачивается. И уже на финишной прямой практически. Передает эстафету он же немецу. И тут же включается Виктор Антипин. Небольшое преимущество. Тим Степлтон и Юрий Лехтеря. Предпоследние участники эстафеты. Юрий, Тим. Широков разбегается. Сергей Широков получает клюшку. Передача эстафеты уже состоялась. И только-только это произошло у команды Востока. Заборский. Хорошая скорость. Широков тоже здорово бежит. Широков выходит из поворота. И... Ну давайте пошумнее, но ваши же ребята, честное слово, команда Востока и команда Запада, победители мастер-шоу. Ну а теперь, собственно, награждение. И для...